Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Крошка, Крошка, Гусанёк, Фрэнка. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово. Ребятушки, вышли очень классные некстботы, называются мемы. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. У нас сегодня обзор крутого мода. Погнали. Первый у нас Балди мем. Это линейка. Я сначала вообще вначале подумал, что это доска у него. Потом понял, что это метровая линейка, которую он будет бить по башке. Вы готовы поумирать от него? Давай. Да. А кто вас спрашивает? Будет мочить всех. Вот это у него походняк. Очень классный. Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. И залетайте в наш дискорд, ссылочка в описании. Поорем все вместе. Вот это он убивает просто с одного раза всех. Вырубает. Он какой-то неадекватный немножко, я вам честно скажу. Ребята, и вам понравилась та серия, где мы с мощной пушки убивали их? Стреляй по нему. Потому что в конце ролика, и обязательно досмотрите до конца, мы поставим всех этих монстров и будем их мочить. Ай, блин. Не получается, да, его никак замочить? Давайте я буду отвлекать, а вы по нему стреляйте. Давай, разбей. Да блин, пацаны, ну быстрее, только зафристи ее, чтобы она не улетала. Красиво ты его раздуплил. Это было мощно. Следующий у нас Global Freld. Ой-ой-ой, какие у него руки длиннющие. Короче, они ваншотят. Просто с одного удара вырубают всех. Он реально мощный. А где его голова? Пропала. Это ты, короче, меняешь ему группы тел, да? Да. Блин, ребята, классно сделано, что можно изменять их. Это его невидимый, да, ты сделал? Башка ходячая. Ребята, летающая голова. Так, стреляйте по нему, потому что мы должны в этом ролике всех успеть посмотреть. Не попал. Выжил. Нет, он выжил. Попали? Ничего себе. Значит, они по-разному все ХП имеют? Утопил пушку, ребята, с ним шутки плохи. Не попал. Блин, вот это брызги от пушек. Кстати, мы никогда воду не стреляли и не проверяли, как оно вообще работает. Дай я зафризю пушку, чтобы он ее не мог больше кидать. Вы что, он реально мощный какой-то. О, выкинул. Так, следующий у нас Дранкой Кранк. О, он музычку уже играет. Так, сначала пусть поубивает меня. Бум, это ты ему, Гусанёк, глаза удалил, или у него их и не было? Да, я. Да ты издеваешься над ними как можешь. Ну, я люблю, когда классные моды, и они изменяются, и можно всякие прикольные фишки делать. Но сюда летающая голова, это вообще имба. Беги, беги, ты спасешься. Ладно, мочи его, если сможешь попасть. Он купается. Иди сюда, Фрэнк. Пусть покупается. Давай, давай, давай. Давай, Максим, я в тебе верю. Все. Красиво. Ну, пушки они просто эпично швыряют. Так, следующий у нас Парексе. Что это за топор на ногах? Ребята, ну это классно вообще сделано. И музычку тоже какой-то прикольный играет. Блин, мощный топорец. Ты опять его невидимым сделал? Да. Можно будет рубрику, ребята, классную снять. Убегаем от невидимых некстботов. Так что давайте, пишите в комментариях, мы хотим, и мы снимем. Стрелять? А и ожидайте, ребята, ролик еще по Грэнни симулятор. Потому что мы его послезавтра будем снимать. Все написали в комментариях, мы хотим. Поэтому ожидайте ролик. Я буду играть за бабку и кидать по всем диванами. Мочите его, да? Красиво ты попал в него. Кстати, это даже было не метко попадание. Но жизни, видимо, мало у него было. О, следующий у нас Хаук. Это Халк? Это Халк, который запустил себя? Халк Жираба, смотрите. Ого. Ну вот это уже точно похоже на Халка, потому что реально пушки швыряет. Я тебе по нему жахну. Где ты, Халк? Эй! Да пушка, поворачивайся быстрее, на мель... Да блин, стреляй, я пожертвую с собой. Стреляй. Где это челепись, Дрик? Он не может убить, кстати. Ой-ой-ой, я улетел в воду. Прощайте, я утонул вместе с пушкой. Под водой тоже эпично можно стрелять. Ой, я не то нажал. Да я провел, видите, удаляется. Мочи его. Красиво. Вот это гильза. Просто нереально. Так, следующий у нас. Планктон. Планктон. Даже если правильно прочитать, а ну пусть замочит. Хорош. Что
какой-то. Пусть лежит, как коллекция, на стенку подцепим. Так, где это? О, ты удалил ему туловище, оставил глаз и руки. О, да. Пушку раздумал. Видели, колеса у пушки отлетели? Чё, так можно было, что ли? Походу, да. Пацаны, давайте запчасти собирайте. Нам еще колеса пригодятся. Чё, можете его убить или нет? Давай. Нет. Не попал. Он убил нашего. У него ног нету. Я попробую убить, ребятушки. Вот он идет, идет, идет. Ай. Ну! А что такие патроны слабые? Как-то слабо стреляю. А вот, надо поменять было другую этот снаряд. Что, ну как холостые? Все. Убил. А что как-то оно слабо стреляет, я не понимаю. Пушка, короче, повреждена. Так, следующий у нас. Пунгу. О, музычка тоже прикольно играет. У них, кстати, очень, очень странное название. Не пингвин, пунгу. Вместо планктона, плянктон. Это как-то названия такие мемные. Ну, Санёк, ну ты прикалываешься, что ли? Глаза и клюв? Ай, блин, класс. Блин, без ног. Летающий пингвин. Блин, на расстоянии убивает. Быстрее стреляйте. Мочите его. Сейчас. Ой, красиво ты его снял. Ваншотнул. Так, следующий у нас. Страчи. Это кот такой уродливый. Cartoon Cat. Ребята, это кот-боксер. Просто мочит всех с рукавичками своими. У него ватные палочки вместо рук. Блин, ну их можно вообще жестко менять. Получается, там можно прям руки, голову, ноги, да, все удалять. Да, 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 да. Я думаю, что будет прикольная рубрика, когда он не будет невидимый. Ну, давай, мочи гусенька, давай. Ай. Опа! Ого, я в воздухе прям прыгнул, меня в это время замочил. Красава. Это было красиво. Так, следующий у нас. Снэпчет. Ой. О, слышите эту музыку? Да, я в роликах налаживаю своих. Вы так сделали. Ну да. Ой, глаза и нос. Где они? Где этот нос? О, блин, я его еле увидел. Ну как призрак, настоящий невидимый. Оп! Не попал. Опа-па. Ах ты, блин, на расстоянии больше бьет. Ну давайте, мочите его. Мочите. Ну? Тяжело его убить, сейчас пушка улетит. Прощай, пушка. Красиво, молодцы. Так, и у нас последний. Твитти. Ух ты, это какая-то утка бешеная, неадекватная. Кстати, у них у всех какие-то кривые глаза, и все очень странно сделано. Гусёня, как у тебя три волосинки? Ну, отстань ты от меня, морда ты вонючая, отвали. Ну, не надо меня трогать. Ой, я сейчас за пушку сяду. Успею. Так. Давай сейчас я сейчас попробую замочить. Ой, извини, обстоятельства. Пофиг. Так, ребята, ну что, сейчас будем делать жесткую битву, потому что я ставлю всех NPC-шек. Мы будем сейчас с ними воевать. Так, очистим карту на всякий случай. Вы готовы вообще, пацаны, сильно много умирать? Да. Я тоже. Я готов выживать. Я буду их мочить. Запасайтесь оружкой. Ой. Только без пушек, давайте чисто оружием будем мочить их. Так, я отойду подальше, тоже возьму мощное оружие. Ой-ой-ой, ребята, чувствую, что-то намечается нехорошее. Вот моя любимая пушечка, помните ее? И сюда ее беру. И побольше выдаем себе. Много штук, надеюсь, я смогу хотя бы минуту выжить. Вы что там, баррикады строите? Вы думаете, они их не разрушат? Разрушат. Пошли. Я успею, если что, убежать. Давай, Максим, ты готов? Встречай их. О, убили одного. Так. Еще никого не смог убить этим мощным оружием. У них жизни много, ребята, я скажу. Потому что некоторые эти некс-боты даже выдерживали мощный выстрел пушкой. Так, возьмем РПГ-шечку. Ой, промахнулся. Воздушный удар на всякий случай, заюзаю.
А блин, вы можете их как-то убить, что ли? Они за мной все, я воду. Они тоже воду все продают. А ну давайте они под водой. Так, интересно, смогу вылезти? Блин, этот монстр. ДБЛ прыгает высоко. Эх, ножиком хотел зачикать, балди. Нет, это потом мы в конце ролика взорвем. Это было мощно. Так, что можно такое взять, чтобы их красиво поубивать? О, пацаны. Сейчас будет веселье, вам понравится. Давай. Ой. Нормально убивает их? Эй, блин. Ой, кого-то я убил случайно. Надо отсюда подальше убежать. Ой, попробую чисто... А в него нельзя чисто попасть? Нет. Вот это мощный метеоритный дождь. Давно мы его не юзали. А все, мы всех убили? Нет. Не, вон еще один. Вон еще один, он уже боится нас, пацаны. О, давай я на него метеорит скину, не убивайте его, я хочу по башке ему чисто метеорит. Блин, метеорит долго летит. Зараза. Ладно, мочите его, потому что чувствую метеоритом, я не попаду по нему. Мочи, мочи его со всей силы. А мы сейчас еще на них бомбы сбросим, ребята, как обычно, у нас полноценный тест. Сейчас убьет. Кстати, у него прямо в животе дырки кровавые. Так, что у нас еще тут есть? Ой. Так, перезаряжаемся, постараемся его спекаля помочить. Что, бессмертный? Он не может быть бессмертным. Мы же всех мочили, да, пацаны? Убивали, мы его убивали. Так, где он? Я бегу к нему со всей силы. Он заселяется там в дом. Дробаша. По голове. Нифига себе, у него даже серия СМ-2 вот эти снаряды не убивают его? Да. Ты сейчас умрешь. Кстати, он мощный, но медленный по сравнению с теми. Так, давайте я попробую танк поставить. Так, транспорт. Поехали. Ну что, где ты, тварь? Стреляем под ноги. Блин, косожопый я еще, оказывается. Сейчас, чисто попадаем. Есть, попал в него. Нифига себе, он выдержал снаряд танка. Блин, хотел на ход ему стрельнуть. О, давайте его попробую задавить. Давай. А ну давай его вниз переманивай. Вот он идет. Убил. Иди сюда. Ну, спрыгивай. Во. Дави. А, блин. Конечно. Эй, так танк. О, он танк швыряет. Ничего себе. Ого, что с танком? Нифига себе он дебелый. Танк, давай, давай. Ой, попал в него. Вертогами даже. Давай, он меня гусеницы сбил. А, переставляй танк. Сейчас. Попробую его все-таки. О, блин, нифига себе он мощный. Он не может быть бессмертным. О, конечно, нет. Серия СМ2 рулит. Что это? Это вы сделали? Ребята, я лечу на танке, кувыркаюсь со сальто. Так, ну что, и теперь мы делаем последний тест. Сейчас будем сбрасывать на них бомбы. Так, отключаем им все, чтобы они нас не мочили. Погнали. Так, Балди, стоять, я должен стоять. Поближе их поставим, по кругу и по центру бросим бомбы. Только я не буду, как в тот раз, бросать много, я скину несколько. Ну, мы понятно, что вот этот белый самый мощный. Это уже было 100%. Видно. Так. И так. Так, пацаны, отлетайте подальше. Ох, они тут музычку устроили. Дискотека целая. Денджибис и наша любимая бомбочка SC-1000. Раз, два, три. Три бомбочки полетело. Подальше, чтобы не убило нас. Ух ты, сбило все-таки. Так, кто у нас самый живучий здесь? А хаос, Халк остался. Обезьяна. Давайте еще одну сброшу. Больше не буду сбрасывать, потому что, мне кажется, они уже точно все умрут. 3, 2, 1. Ой, пацаны. Нет. Еще. Еще, согласен. Полетела.
ожидаем взрыв. Вот это черный дым от бомбы. Реально мощнецкая. Ой. Это взорвется. Не, еще. Ладно, давайте две сбросим. А что делать? Давай сразу две. Да не, этому бомба реально мощная. Давай, давай. Три, два, один. О, убило кого-то. Обезьяна и халка. Вот этот вот белый выжил. А нет, еще снапчет. Ну да, да, они как-то... Ладно, две бомбочки еще полетело. Смотрим. А, все, белый выжил. Ну да, тут теперь мы точно убедили, что он самый живучий. Ну, давайте сделаем теперь в конце эпик. Готовы? Ой, что в небе взорвалось? Ой, сейчас по всей карте разлетятся! Он живой остался, что за бред? Давай, бесконечно сбрасывай. Согласен. Блин, из-за дыма я не вижу, куда они летят. Ничего страшного, зато так веселей. Эх, подальше улетаем. Летели. Ай-яй-яй. Он неадекватный какой-то, вообще у него жизни реально много. Еще сбрасывай, давай. Хорошо, согласен. Давайте прям, чтобы на него падали. Ой. Ребята, ну это 100% мы все умрем. Да он неадекватный, у него какая-то вообще нереалистичная жизнь. Умираем и умираем, ему нифига. Усанек. Я знаю, чего можно убить. Минский пистолет делает чудеса. Если вам понравился этот ролик и этот мод на NextBot'ов, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Эпический взрыв.